21 декабря Юркис отметил свое 25-летие. Эта дата стала знаменательной не только для самого артиста, но и для Люси Чеботиной. Ведь именно в этот день девушка наконец призналась публично, что уже 2 года находится в отношениях с Юрием. Поклонники давно подозревали, что между ребятами есть что-то большее, чем дружба. И каждый новый совместный клип намекал на это все сильнее и сильнее. Какие только слухи не ходили вокруг звездной пары. Но Люся заявляет, что ее это никак не задевало. Ну, какие могут быть сомнения в искренности отношений, когда видишь, с каким блеском в глазах Люся описывает Юру? Знаю, какой он добрый, какой он галантный, какой он умный, какой он начитанный, какой он чуткий. В этот же день, помимо публичного признания, пара поделилась новым совместным треком под названием «Звучишь во мне». В нем Юркис открыто признается в чувствах и заявляет, что таких, как Люся, на свете больше нет.